22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта война была самым страшным событием вообще в истории. Война длилась 1418 дней. Если бы не война, сложно представить, насколько мы все были бы богаче, насколько больше были бы наши семьи, насколько больше было бы у нас родных и друзей. Сегодня мы понимаем, как это было непросто бороться с таким врагом, как много теряли люди. Но все-таки они встали, пошли на запад и отстояли наше будущее. Земля моя, я сын твоих берез. Алмин найбум эмес. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып кайра кайтпаймын. Душмандын таалуу жерине барып аны кыйратып өзүм да жок болумун. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн.